Не все больницы региона могут работать с донорской кровью. К такому результату пришли сотрудники прокуратуры в ходе проверки медучреждений. Гаврилово-Посадская ЦРБ и Кохамская городская больница не имеют лицензии на деятельность по трансфузиологии, то есть переливанию крови и ее компонентов. В отношении главврачей возбуждены дела об административном правонарушении. В ходе проверки также выяснилось, что в Южской больнице не соблюдался температурный режим хранения донорской крови, а в Лужской ЦРБ на контейнерах с кровью и ее компонентами отсутствовала необходимая маркировка. Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. Ответственные лица заплатят штрафы. Ответственность достаточно серьезная, административная. По статье 19.20 части 1, по которой возбуждены дела в связи с отсутствием лицензии надлежащей, штраф на должностное лицо может быть наложен в виде предупреждения или в виде реального денежного взыскания в сумме от 30 до 50 тысяч рублей.